Сотрудникам исправительной системы тоже нужен отдых. В управлении службы исполнения наказаний открылся кабинет психологической работы с сотрудниками. Служба в УФСИН эмоционально напряженная и сложная. Кроме того, офицеры носят оружие, поэтому им необходимо не только плодотворно работать, но и полноценно отдыхать. Комната оборудована с учетом последних разработок в области психологии. Здесь есть удобное массажное кресло, установлен аппарат, воздействующий на мозг с целью мобилизации внутренних ресурсов. Также панели с радующими глаз водными пузырьками. Начальник психологической службы УФСИН Наталья Троицкая рассказывает, в таком красивом кабинете эмоциональное состояние улучшается мгновенно и настроение повышается. Каждый день в повседневной жизни сотрудникам приходится сталкиваться, как бы общаться с подозреваемыми и осужденными, что само по себе является стресс-фактором, поскольку вы понимаете, что это достаточно непростые люди с непростыми судьбами, со своими эмоциями, со своими амбициями, со своими установками, скажем так, в том числе и в отношении сотрудников. Поэтому, несомненно, работа эмоционально напряженная, которая сказывается в том числе на психике.